Всем привет! Ущелье реки Агура, поляна Владимира Семеновича Высоцкого. Замечательное место. У нас в Сочи два памятника Высоцкому. Один стоит здесь, а один находится около концертного зала фестивальной. Вот, мы сейчас подойдем к тому, который установлен на его любимом месте. Мои дети уже облепили Владимира Семеновича. Прямо за спиной Владимира Семеновича, который изображен со своей фирменной улыбкой, течет река Агура. Она сегодня молочного цвета, как обычно, в пик сезона. Содержит огромное количество извести и сероводорода. Но сегодня продуваемый такой день, поэтому сильного запаха нет. Спустимся, воспользуемся ситуацией. Спуск здесь, конечно, крутой. Моя Алена уже на том берегу. Ален, помаши рукой оттуда. Я хочу слазить. Ну, спускайся. Как ты прошла, Алена? Как ты прошла? Она пролетела. Вот они, молочные реки, кисельные берега. Прикольно. Настоящая белая река. Холодная? Да, нет. Как думаешь? Ну не сильно, я уже привык.